Московским межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». По данным следствия, в декабре 2016 года акционерному обществу строительная фирма «Тверь-Агрострой» департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери было выдано разрешение на строительство жилого многоквартирного дома, расположенного по Бурашевскому шоссе. В период с декабря 2016 года по август 2019 акционерное общество заключило 37 договоров участия в долевом строительстве, согласно которым обязуется передать участникам долевого строительства объект строительства жилой многоквартирный дом по Бурашевскому шоссе города Твери по передаточному акту не позднее 30 июня 2019 года. Общая сумма уплаченных денежных средств участниками долевого строительства по указанным договорам на сентябрь текущего года составила свыше 69 миллионов рублей, что признается особо крупным размером. Однако по состоянию на 29 сентября текущего года строительство данного жилого дома приостановлено, работы по возведению здания не производятся ввиду отсутствия денежных средств. Руководством следственного управления проведен прием дольщиков, пострадавших в результате совершенных в отношении них мошеннических действий. Даны поручения руководству следственного отдела всесторонне изучить жалобы заявителей и материалы, полученные от них. В рамках расследования уголовного дела следователям следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе конкретных лиц, причастных к лишению людей права на жилье. Продолжается работа по установлению всех потерпевших по этому уголовному делу.